Команда FIFA сети школы номер 149 знает о футбольном чемпионате мира все. И кто самый результативный игрок, и сколько раз родоначальники игры были чемпионами. Футболом ребята увлекаются давно, а потому вопросы интеллектуальной игры не стали для них сюрпризом. Вообще вопросы были не такие сложные, так как мы с друзьями очень хорошо разбираемся в футболе. В свое время сами тоже играли, поэтому все вопросы не создавали так особой сложности. Вопросы игры касались истории города Самары, истории футбола и, конечно же, истории чемпионатов мира. Игра проходила в формате «Что, где, когда?». Вопрос, минута на размышление и, внимание, правильный ответ. Мы надеемся, что они получат удовольствие от процесса, и тем более, что это такое некое командообразующее мероприятие. Мы надеемся, что ребята сегодня отвечают на вопросы, а через полтора года будут принимать участие в качестве волонтеров во встрече гостей на территории нашего города. Победители игры, кроме призов, получили баллы в общий рейтинг. Впереди еще один этап в апреле. Квест по Самаре, итоги которого определят, какая команда станет лучшей в общем зачете. Победителя назовут в мае. Андрей Горгуленко, Станислав Левин. События.